срочно отправляйся по адресу улица Кирова, 32. Какой 2119-й? Я спал 100 лет! Привет, ребеночек, ты не умеешь разговаривать? Ладно, все, давай, Игорь, не прощаемся, еще увидимся. Он превратился в зомби! МВ-2 это машина времени! Ярик, твою мать, он укусил меня! Игорь, мне срочно нужна твоя помощь, Игорь! Что ты пристал? Ой, черт возьми, почему голова как камень? Ничего не понимаю, где я вообще нахожусь. Так, стоп, подождите-ка, что произошло? Я шел в брат Сварусичей с Яриком. Ярик напал на каких-то собак и... Да, черт, ничего не помню. Как все в тумане. Ай, черт, нужно восстановить все события. Ничего не понимаю, где я? Ага, ничего не понимаешь, да? Ну, давай поговорим, я тебе помогу восстановить события. Ты понимаешь, что ты натворил вообще? Игорь, ты как? Подожди, я в твоем кабинете? Да, ты в моем кабинете, не узнаешь, это мой кабинет. Подожди, Игорь. Я ничего не понимаю, подожди, я помню, я шел. Понимаешь, каждый день, каждый человек, который живет сейчас в зомби-апокалипсисе, теряет близких, друзей. Товарищи, знаешь, сколько мы потерпели неудач, когда отправляли рейды? Вспомни, Серегу, вспомни. Я помню. Подожди, Игорь. Я шел сюда вместе с Яриком. Я не понимаю. Я сюда шел. Когда шел вместе сюда с Яриком, ты должен был понимать, что ты просто принесешь сюда опасность. Ты ведешь зомби в наше поселение, понимаешь? Которое Игорь, да я должен был его привести. Шесть лет. Просто было, можно было потратить все напрасно, понимаешь? Игорь, извини, пожалуйста, но я должен был его спасти. Игорь, где Ярик? Я не понимаю, где Ярик? Почему сядь, я здесь один? Сядь, успокойся. Сядь. Хорошо. Не нервничай. Помнишь, да, ты приносил нам рецепт вакцины? Да. Вы сделали вакцину? За все это время, пока ты ходил, мы успели сделать только одну порцию вакцины. Но на это нужно время, и время, оказывается, нужно много. Для того, чтобы сделать ее, нужно находить ресурсы, которые находятся с помощью рейдов. Я отправляю людей, и они находят эти все ингредиенты, понимаешь? Я понял. Вы сделали вакцину, и что вы с ней сделали? Мы вылечили тебя от зомби-вируса. А как же Ярик? Ярик, как я сказал, что каждый день кто-то теряет близких. Подожди, где Ярик? Ярика больше нет. Как в смысле нету? Я шел с ним сюда! Я должен был его вылечить, я не мог, я не... Успокойся, ты понимаешь, что типа... Ты думаешь, это все игрушки, и у тебя просто колоссальная какая-то трагедия масштабного размера во всем мире, или что, я не понимаю? Просто у нас каждый день кто-то теряет близких. Ты думаешь, ты один такой или что? Ты понимаешь, я в зомби-апокалипсисе уже жил 6 лет. 6 лет, ты понимаешь? И ты думаешь, то, что ты прошел, это просто... Ты знаешь, через что я прошел? Через что я прошел за 6 лет? Это даже сложно объяснить, понимаешь? Просто не... Ну... Не так что просто. Я тоже потерял очень много своих людей. Леру помнишь? Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Пойдем, Игорь. Когда я узнал о том, что власти собираются запускать ядерные ракеты и начинать Третью мировую войну, первым делом взял свою девушку. И поехал к реагенным камерам, которые впоследствии рассказал и тебе. Возможно, когда-то ты проснулся и заметил, что некоторые криогенные камеры уже были пустые. Я проснулся не один. Мы проснулись вместе и ушли. В полном одиночестве скитались по этому убогому, забытому миру. Ну, не думай, что ты один настрадался, пока шел братство Русичей. Я живу в этом зомби-апокалипсисе уже практически 6 лет. Повидал того, что тебе не снилось. Подожди, Игорь, что произошло? Где твоя девушка? Сейчас расскажу. Мы перебегали с места на место, добывали пищу, одежду. Все это делали мы вместе. Вскоре у нас появился ребенок. Однажды ночью услышал выстрелы неподалеку от того места, где мы жили. Ну, взял ружье и пошел проверять, что там случилось. Когда я вышел, я обнаружил группу людей, которые уже окружили наш дом. Когда я вернулся, дом полыхал, они сожгли все до последней капли. Это были рейдеры Единой России.
Совсем отчаявшись, я пошел скитаться по миру навстречу своей смерти, но произошло то, чего я ждать не мог. Я нашел братство Русич. Ну а дальше что было, я тебе уже рассказывал, и ты понимаешь теперь, как я стал генералом впоследствии. Господи, извини, Игорь, я даже понимаю, что у меня столько проблем навалилось, что я даже совсем забыл о том, что... У каждого человека, который живет в апокалипсисе, куча проблем навалилось. Пойдем, пойдем. Извини покажу. Меня, извини меня за то, что я был таким эгоистом. Прости меня, ладно. Игорь. Пойдем. Так, нам сюда, Жека, нам сюда. Ну что, совсем скоро. Куда мы идем, Игорь? Так, пойдем. Пойдем это, за мной. Это Франкенштейн! Игорь! Да, кстати, ты притащил этого Франкенштейна. Он тоже социально опасная ячейка в нашем мире. Игорь, ты понимаешь, он не такой, как все другие зомби. Он мне помогал, он меня спасал из самых сложных ситуаций. Может, вы его освободите? Он помогает только тебе, но не видит остальных других, понимаешь? Вот в этом проблема. Поэтому ладно, мы пока что его посадили в клетку. Хорошо, ладно. На самом деле он не совсем боец, поэтому мы решили его не убивать, и он просто как бы теперь просто сидит. Ладно, я с этим разберемся позже. Ну вот, Жека, я похоронил своих близких здесь. Я никому не показывал это место, кроме тебя. Поэтому... Игорь, прости меня, пожалуйста. И прости меня за то, что я не был рядом, когда это произошло. Не вини, не вини себя в этом. Я тебе обещаю, мы с тобой отомстим, мы с тобой... Я сделаю все, чтобы отомстить за твоих близких, за Ярика и за всех, кто погиб. Ну вот, мы как раз сражаемся с рейдерами Единой России. Здесь вот Ярик, вот. Здесь Ярик. Я, понимаешь, я пообещал ему, что я заменю ему его родители, которые погибли. Я это тоже понимаю, но... Не все здесь так просто, понимаешь? Мир изменился за последнее время. Теперь... Есть другие ценности, есть другие задачи. Ладно, пойдем. Ладно, пойдем, Игорь. Ладно, Жека, пойдем. Врач сказал, который тебе вколол вакцину, сказал, что тебе нужно отдохнуть, потому что твой организм перенес нереальный стресс, просто потому что зомби-вирус это просто очень сильная штука. Подожди, очень так получается, я первый человек, который, в принципе, за все эти годы вылечился от зомби-вируса? Получается, да, ты практически внес свое имя в историю, понимаешь? Господи. Ты понимаешь, что с этой вакциной мы теперь сможем лечить абсолютно любых зомби, которых мы встретим вообще снаружи. Да, но для этого понимаешь, сколько понадобится ресурсов, сил, времени и людей. Игорь, я сделаю все, чтобы добыть эти ресурсы. Я сделаю все. Да, придется отправлять кучу рейдов, но я думаю, что все будет хорошо. Ладно, отдыхай. Я пойду. Подожди, Игорь, у меня тут один вопрос остался, я просто стеснялся у тебя спросить. А почему могила Ярика не закопанная? Не хотел я поднимать эту тему, но ладно, садись поудобнее, я тебе сейчас все расскажу. Мы все знаем, мы просто все понимали, мы все знаем то, что Ярик для тебя это не просто какой-то пацан, которого ты нашел, и он для тебя очень многое значил. И мы да. Очень долго думали. Что думали? Ну, не знаю, как тебе это сказать, но... Ну говори уже как есть, говори! Ярик жив. Черт!